Привет всем, продолжаем тему продукта. Вот сегодня новый материал, были в индийском магазине, вот здесь купили чай, вот, Red Label, видите, вот, вес 900 грамм, вот это, значит, упаковка чая стоит 11 долларов в индийском магазине, вот, листовой чай. В супермаркетах листовой чай здесь не встретить, не продают. Пакетик продают. Вот так. Также в русском магазине купили осетрину в Америке. Вот написано Sturgeon, осетрина, цена чуть больше 1 паунда, то есть полкило, чуть больше, ну грамм 550, наверное, здесь, или максимум 600. Вот видите, 11 с чем-то, то есть почти 12 долларов. Вот такая. Кстати, я хочу сказать, осетрина отличного качества. Давно я вот не покупал, даже вот живя там в России, не покупал, как покупал, неважно. А вот это удивительно, они здесь, наверное, ее разводят где-то в водоемах, но очень хорошее качество. Вот. Приятного аппетита, до встречи. Кому нравится канал, пожалуйста, делайте донаты. Все, до свидания.